Два! На обратном поступательном движении идет проворот клинка лезвия в ране, в теле. Рукой мы делаем отталкивающее движение. Раз, армейский два. Живой бой, раз. Полицейский. Телохранители и гражданская самооборона. Армейский ножевой бой – самая простая техника. Это линейная техника перемещения вперед-назад. И в основном это колющие удары. Удар прямой, низ живота, удар в область горла, удар снизу вверх. Удар снизу наносится в область горла. И удар, нож выходит из затылка. Локоть не отводим. После нанесения удара делаем отталкивающее движение, чтобы нож забрать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Первая, более простая, линейная техника, прямой удар, удар снизу, сверху, ну и еще в крайнем случае боковой. Это для бойцов Красной Армии. И то, в основном прямой удар и удар снизу вверх. Это восьмеричное движение, медленное плавное движение и медленное плавное дыхание. Восьмерка вертикальная в одну сторону, восьмерка в другую сторону, восьмерка горизонтальная. Восьмерка диагональная. Медленное, плавное движение, переходящее на быстрое движение. Аналогично другая рука. Асинхронные восьмерки с движением по кругу. Керамбит, коготь, обратный хват. Круговые движения. Автоматизмы, безусловные рефлексы. Подработка кистью. Подключается локоть. Подключается плечо. Затем это быстрая скорость. Что такое восьмерка? Восьмерка — это подрез, это укол. Это укол, это подрез. Медленное плавное движение, переходящее в быстрое движение. Вот идет подрез, идет укол. Подрез, укол. Медленное плавное движение. Медленное плавное дыхание с движением вперед. Вдох, выдох. Входит одно движение, переходит в другое движение. Попробовали по кругам двигаться. Амплитуда, средняя амплитуда подключения локтя и большая амплитуда. Вот сейчас вот встали, плечо прорабатываем. Движение, смотрите, комплекс волнового движения, проработка мышечно-сухожильной системы. Ножом подрезаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. От ноги подрез вверх пошел. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Медленно. 4, 5. Левая рука режет. 6, 8, 9, 10. Также медленный подрез. Представляем, что плоть подрезаем. Техники. Это техники для сотрудников НКВД. Схватил. Одно опустил, другое приподнял. Сделаю движение. Шаг. Отшаг. Вход. Работа. Работа, работа, работа. Я начинаю восьмерку по вертикали, но работаю через тело. Отсюда. Горизонтальную. Встраиваюсь. Провожу. Здесь. Шейные позвонки будут слом. Движение вперед. Контроль. Движение назад. За себя. Работа, контроль, 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 контроль. Здесь вывод, работа. Саживаюсь, ухожу, качнул в эту сторону. Чувствую здесь напряжение, качнул сюда. Качнул туда, перевел здесь, отсюда вышел. Вот движение, вот, вот движение, вот, вот оно все, все оно, все мое тело живое. Оно живет.
защита ножом, обратным хватом. Строился в плоскость, подработал, забрал. Вооруженной руки идет прямой удар. Встраиваюсь в плоскость, обхожу работу. Вижу тебя. Один нож здесь идет атака. Посмотрите. Движение. Раз, два, три. Движение. Строился. Если я веду сюда движение, вот у меня идет подрез в область глаз. Здесь. Пас. Отсюда сюда. Отсюда работа. Вот это работа. Если строился, понимаешь, значит ты. Посмотрите. Движение. Раз, два, три. Движение. Пош. Здесь идет атака. Вспоминаем. Отсюда. Движение. Смотрим. Движение. Раз, два, три. Ну, нет, вот. Нож – самое страшное и опасное оружие. Он может быть как вашим союзником, так и вашим противником. Все зависит от вас.